Верни меня в начало. Какой город был на этом диске? Какой-то же был. Только не бой, только не бой, только не бой. Куда? В Мэйфилл. Отец пошел туда. Небо над Мэйфиллом заполнено душами. Не думаю, что я смогу там пролететь с моими новыми крыльями. Что? Как туда добраться? Можно использовать устройство по перемещению. Точно. Какое устройство перемещения? Что? Какое устройство по перемещению? О чем ты? Попасть он туда не может. Где оно находится-то? Синий город Улара. Это на этом диске было? Это точно не там. Потяной город Гурни, нет. Вот это на этом диске было, да? Скажи, что на этом диске было. Спасибо. Надо вещей купить. Я что-то все просрал. Дурость полная. Да я не это хотел. Тьфу ты. Ага. Ты дурак, что ли? Я все магазины перепутал, блядь, на свете. Да куда ты, блядь, идешь? Вправо, ну! Боже. Боже, игра, я устал от тебя уже, пожалуйста. Ты продавец, да? Ты что продаешь? Ты вещи продаешь? Спасибо. Продать. Не нужно что-то есть. Вот это нахуй идет. Так. Молитвы все на месте. Все, спасибо. Портал-то? О чем они говорят-то? Какой-то портал, говорит, использовать. Где его найдут, этот портал? Сейчас, ладно, к этой сходим. К Тирли. Где это было-то? Донат. Все молитвы на месте. Чика-чика, бу-бу. Рели-и, и апришейте. Смотрю, евро опять подскочил. На 2 рубля. Спасибо, Вискарик, за поддержку канала. Рели-рели, а причуяйте-то, бо-бо.
Спасибо большое. Привет. Это здесь было или это здесь было? Где это было? У Лара? Я не помню. Куда они мне вообще сейчас говорят идти? Город смерти Мэйфилд. Так, подожди. Вот тут это было? Граница смерти. Не, подожди. Граница смерти, это здесь диск начался. Да что ж такое? То чувство, когда следишь за курсом Йорла через стрим. Во, опять эта херня! Опять эта херня, она не дамажится. Она на ноль дамажится. Я бью только, чтобы этот поднять. СП. Как это надо? Магии, скорее всего. Dragon Quest были такие. Metal Slime, по-моему, называется. Ну, либо в Skies of Arcadia были такие. По которым хер попадешь. Луп, перионы эти. Или кактуар, вот такая же тоже шляпа. Угу. С финалки. За лупера. Угу. Круто, смерть, смерти Мэйфил. Бля, это что-то слышь. Водяной город Гурни. Сюда? Да где это? Справа от меня. Надо через лес и вправо, что ли, херачить? Я нихуя не понимаю. Бля, опять этот лес. Не хочу в него идти. Я вообще не сюда хотел. Бред какой-то. Подождите со своими островами. Я вообще не туда хочу. Где мы Тирли, блядь, видели? Где она была? Блять, на предыдущем диске было. Столица Велвип. Как туда попасть? Что ближайшее?
Да туда не попасть никак, я хер знает, как туда попасть. Ну ёб твою мать. Это какое-то дополнение, что ли? Дворца в Ленинграде идти? Ой, блять, не хочу. Куда, блядь, идти? Сейчас, если не идти к этой тирли, куда идти, не понимаю. Вот сюда мы точно не пойдем. Чё, блядь? 32 кхп? Ну нет, спасибо. Куда идти-то? Вот. Город Земли. Смерти Мелфис. Тут, оказывается, есть все-таки такие боссы, блядь, необязательные. И вот сейчас, типа, тут... можно к ним сходить. Но я не пойду, нахер. Долетите до Лохана. Оттуда, на запад по карте. Мира к лесу. Через лес к Селису. Ну. Короче, мы сейчас тут и находимся вроде как, да? Я ж правильно понимаю? Это ж Селис. Ну, вечно зеленый лес. И вправо от него. Вон там, через лес вправо. Только это как? Мы там сможем пройти-то вообще? Ставьте диск 2. Ого-го. Диск 3. Чё так сложно? Чё так сложно? Чё нельзя просто перелететь? Летать по миру почему нельзя? Три. Вправо, не влево, вправо, на карте вправо. Чё на куражах? Каких куражах? О чём ты вообще? То есть здесь где-то есть выход. Здесь где-то есть выход. Казалось. Мы просто диск поменяли. Этот ссаный лес. Ой, я терпеть его не могу, этот лес. Ах.
Сюда. Да ёп. Так. Секунду. Туда, не туда. Сейчас. Чисто проверить. Это же на карту выход или куда это? Херб там было. Херб там было. Значит, тогда вниз и вправо. Да вы заедрили с своими боями, ну. Антивирус. Завали. О боже. Опять эти двое. Эти двое мне вообще испоганили всю игру, по-моему. Один меня в камень превратил. Второй меня закинул заклятие какое-то. И все. И короче, один лежит. Второй пытается бить, третий, короче, бьет сам себя или бьет товарища. Хилок нету, воскрешения нету, ничего сделать не могу. Просто весело. А мы вообще что, закупились? Я что-то уже забыл. Да, закупились. ХП восстановили, ману восстановили, да-да-да. Так, ну и что получается? Сюда? Наверное, сюда. Ну, а какой еще выход? Я, подожди, я красный? Блять, мне куда надо-то? Мне вниз надо или вверх нужно? Блять, игра, пожалуйста. Боже, я иду не туда, да? А что здесь такое? Что это такое? Это нит. Ох. Я реально, я не совсем понимаю, куда они хотят, чтобы я пошел. Ладно. Ту-ту-ду-ду-дум. Блять, серьезно, что ли? Подожди. Я наркоман. Я похожу на наркоман. Есть подозрение.
Подожди, мне... Блять, сколько здесь воды написано, блять, в этом гайде. Какой, какая-то жесть. Просто сходи туда, поменяй диск, что-то там сделай, получи что-то, там тебе дадут за это, вот это вот тебе, вот это, вот это, вот это. А потом уже, короче, по сюжету ты пойдешь. Я сижу, я начал читаю, идите туда. Я туда и пошел. А это, блядь, вода полнейшая. Ненужная. А здесь, походу, надо что-то здесь сделать. Чего? Стоп. Здесь что-то есть про артикулы, про эти 410? Что такое 410? Раз уж я здесь, давай я сразу и посмотрю. Разрешение пользоваться телепортом до... О, блядь. Пожалуйста, игра. То есть мне теперь еще нужно... Мне нужно отстоять очередь. Мне нужно отстоять очередь. На принятие закона 410. Что даст мне возможность попасть в город. Охренительно. Я в восторге. Окей. Сейчас придется отстоять очередь. Стоим, ждем. Как это делалось? Пересмотрение закона, да? Правильно? Не-не-не-не-не, льготников здесь не принимают, они роботы. Им на это вообще насмотреть. Пересмотреть статью заново. Статью? Да, нет, даже есть. Нет. Предположить. Да, блять, иди в пизду, блять. В прошлый раз было, блять, два вопроса. Иди ты нахер. Какого хера? Чё меняется у вас, блять, каждые 5 минут? Прям как в жизни, блять. Ты посмотри. Прям как в жизни. Тоже, блять. Вам в четвертое окно, а в четвертом окне говорит, идите в третье. А ты только что из третьего. Ты такой, пошел в четвертое окно. Поговорил, тебя послали в третье, ты пришел в третье, а там уже закрыто, потому что она ушла домой, блядь. Потому что у нее рабочий день закончился. Да, пересмотреть статью заново. Представляешь? Покажите номер. Дай-ка угадаю. 410 было, да? 410. Кодекс Крыланов 410. Обсуждение изменения соединения телепортера с городом смерти Мейфилл. Запретить. Кодекс Крыланов изменен. 410 соединение с телепортером устройства с городом смерти можно не рассоединять. Лицензия на производство готова. Отнесите на завод законов. Следующий. Теперь мне нужно идти в другое место в этой локации. Отведи меня в тюрьму. Вы, кстати, сиреневым еще ни разу не нападали, не попадали. Это такая же тюрьма обычная. Назад на площадь. Конго устал. Все.
Ему нужен I need a vacation. Роллер. Мы не наркоманы, ты перепутал. Так, цель. Второе? Нет, не второе, первое. Первый же завод. Блять. Трата времени. К паспортному столу. Отведите нас к паспортному столу. Пожалуйста. Не, ну вот это гемор реально они придумали, блин. Так, мне надо что-то покупать. Даже не знаю. Ай! Ты что делаешь-то, блядь? Вообще не так надо было. О боже. Ты что, блядь, с ума сошел? Не надо, нет, нет. Так, окей, пацан. Принять лицензию производства изданную законом. Лицензия производства это, наверное. Да, понял. Исполнение закона нужно. Да. Лицензия готова, отнесите на площадку закона. Окей, лицензия на исполнение. Хорошо. Отойду, не мешаю. Квота рассматривается. Да, все, до свидания, блин. Лови меня, отнеси меня в тюрьму. А я сбегу оттуда. Потому что Конголу нужен отдых. Да. Это как раз наоборот. Так, вези меня вот сюда. Только не до красного, пожалуйста, только не до красного. Я не хочу драться опять. Там, наверное, их можно выключить, эти все рандомные инкаунтеры эти. Потому что какая-нибудь, небось, статья есть. Окей. Опять здорово? Здорово! Мы же здоровались, да? Лови меня, неси в тюрьму. Парням? А. Здорово. Леры! Валеру! Валеру! Що, цени, ёпт.
О, да. Ее, правда, не видно в кадре. Где замутил? Я что-то, короче, с неделю, наверное, может, чуть больше назад купил Sparkbox, такая херня. Типа, знаешь, лутбоксы. Такая. Со всякой хренью. Я, короче, купил. Ну, там тематика ретро была. Ну, у меня вот эту футболку. Вот этого Соника светящегося. Там что-то значки какие-то с Марио. И там где-то сверху геймбой, короче. И в Даркнете по... Да-да-да. Именно там. Два К где-то вышло все. Блин, ну ладно. Футболка она того стоила. В принципе. Так, значит. А что мы тут делали? Не поверишь. Ты сейчас очень сильно удивишься. В самом начале этой локации есть портал, который ведет в город смерти. Но он не работает, потому что закон 410. И вот мы этот закон только что отменили путем очень классных манипуляций, и теперь... Да-да-да-да-да-да-да-да-да, я ничего не понимаю, что ты говоришь, но отвези нас, пожалуйста, что? Possible, ну possible, possible, давай. Довези нас, ёб твою в душу, блядь. Или это нужно сделать вот так? Нужно крылья, наверное. Не появилось? Зря. Зря. Ну да ладно. Мы вышли на локацию. Ничего не появилось. Ну понятно. Верни нас назад. Мы скинули энкаунтер. Где-то должен быть портал. Внутри, что ли? В Мэйфилл. Изи-пизи. Каких-то полчаса. Потратили. Что вот такого? Хуйня полная. Ну ладно. Более 11 тысяч лет назад. А это все еще приводит души в ад. Возможно, это все из-за чертовщины. Че? Но сейчас это не важно. План Соа исчерпал себя до последней капли. Все тут город мертвых. Окей. Мы здесь. Роза, что это? Пока существует Крылана, они будут забирать души со всего мира в эту огромную башню. Они могут определить, куда отправлять их души.
Почему? Хочешь сказать, это было уничтожено в войне драконов, так? Шо? Не лякай мне тут. Шо, Андрей? Как эта игра называется? Какая? Вот это? Внизу написано. Чего? Вышло недавно. Shenmue подобное. Чего? Якуза. Я хуй знает. Какая там еще игра могла быть? Детройт? Иеглис и Занибато сработали. Это не должно быть странно. Но мы полностью уничтожили это место, поэтому они никогда не смогут забирать души. Но если не полностью умершие души собрались здесь, то это, наверное, херово. Мне это не по душе. Но пока луна на небе, у нас все будет в порядке. Печать шар все еще цела. Торопись, мы должны быть там раньше отца. Здесь где-нибудь сохранение есть? Чё-то мне сыкотно. Что это? Ты кто? Воу! Это душа Реймбранда, зеленого дракона. Реймбрандт! Пиши! Пиши давай! Реймбрандт! Джаджмент! Впервые слышу. Зеленого дракона с бивнями. Это Рейбранд? Он пришел в ответ на зов души драгуна Альберта. Ты сказал, не полностью умершие души собрались здесь, к драконам тоже относятся? Да, возможно, победа людей, которые обладали меньшей силой, чем они, стала грузом для их души. Если мы их снова убьем, возможно, мы разорвем связь. У нас нет времени на это. Нет, жаль, но... Мы должны поймать Зига или Миру Конец. PS4 эксклюзив. Чё ты пялишься на меня? Мне с тобой драться надо или чё? Похоже, нас зовут на битву. Или нет выбора? У нас нет выбора, я порву связь прямо сейчас. Я зря, наверное, это сделал, ну ладно. Это халявная экспа? Чё бы нет? А чё он какой-то маленький-то? Он же большой должен был быть, нет? Душа дракона. С ним мы уже дрались. Вот так он примерно и выглядел, когда я первый раз его встретил. Это первый дракон, которого мы вообще встретили. Он просто, он открывает игру. По сути. Почему он должен его потерять? Что-то я не понял тебя. А с чего вдруг? Давай так. Всех. Это же связь дракона с камнем просто и все. Лоза, не беси. Я кушать хочу. Может быть. Сколько фолловеров в Арзае, алло? До полтинника осталось. Сколько? Да ёпты. Еще 20 нужно. Так, это на него не будет работать.
Рано. Девятнадцать. Валера красавчик. Валера знает, как это работает. Все. Человек компаньона хочет получить. 50 фолловеров нужно. Смотреть не обязательно, главное только зафоловить, все. Так я и делаю, зафоловил, смотреть не смотрю. Ух, ё, 1300, нихера себе. А можно еще? Да мне что, сложно, что ли? Да нет, вроде как. О, желтенький. Нормально. Просто не понимают люди. Возможно. Что смотреть никого не заставляет. Просто фоллоу кинуть, все. Что я зря, по-моему, использовал это все. Еще пару у атак, наверное, и он труп. Было Варзай стримить на другом канале. Тебе не кажется? Там уже было 30 и так подписок. Ты геморрой себе устраиваешь. Сейчас бы 20 еще накопил и все. Не. Там у меня на телефоне, я не знаю пароль, перелогиниваться не умею, сложно. Че надо стримить? Ты знаешь, она сегодня Черка Джим играла. Слышь, советчик топ-контента, ты сам-то чё этот топ-контент не стримишь, алё? Алё, блять, алё, Валера, алё. Короче, у тебя зрителей в 4 раза больше, когда ты ретро играешь. Слышь. Детонатор. Да я же больной на трофы. Так в чем проблема? Установи ретро-арх, там есть ачивки, ну. В чем проблема? Сиди и делай ачивки. Топить же тоже. Душа Рембрандта спасена. Возможно. Перейдем. А можно где-нибудь восстановить? То я что-то это... А тут враги есть? Как это работает? Платформа невидимки, что ли, какие-то или что это? Да ты, ёпта, издеваешься, что ли, надо мной? Это кто? Источник сверкает. Должно быть душа Регула. Говорит, убей меня, он не хочет в ад. Да, давай быстрее спасем Регула. Да. А вы меня забыли спросить? Похуели совсем. Просто, давай. Чё, блядь? Проблема что? Пизди его.
Ну хорошо. Насколько этот гад силен? Ну, скорее всего, он будет сильнее. Потому что это самое... У меня, во-первых... О, блять, это ты! А, блять, это ты! Он же сделает больно сейчас очень сильно. Он же сейчас убьет нас всех! Shit. Да норм трофей. Ты ёб твою. Не знаю, кто рисовал этот смайл, но мне кажется, он норм. Так, а что он делает еще? Это больно? Это больно. Так-то. Ну, блядь, чуть всех драконов, блядь, бить придется. Жопа полная. Ну, цехать с девахой был. Это вообще хрень, блядь, не обязательно. Но я полез, чтобы опыт получить. Ну потому что мало ли мы недокачаны. Один хрен вряд ли сегодня игру сможем пройти. Ну чё бы. Это душа дракона. Ты в угаре, что ли, в каком, блядь? Ты хоть не делай так часто ты эту атаку, алё, блядь. У меня сейчас все подохнут. И чё мне потом, как мне возвращаться? Телепортироваться назад, что ли? А можно телепортироваться назад, если чё? Ну что это жопа будет. Всех... Всех драконов пытаться запилить так. Я ебал. Двое на коленях, 11,5 хп. Замечательно. Хорошо. Не, ну мы так-то выживем в целом. Но, блин, гонять туда-сюда. Да он, в принципе, может ваншотнуть, если он... Ну, вот видишь, он два раза ходит. Он тупо может вот такую атаку сделать, и потом следом, блин, вон ту. И все, и трупы все. Да, отличись опять. Просто вся проблема этой игры то, что инвентарь ограничен на 32 слота. 32, все. Давай так. В том-то и дело, что нет. Только предметы. Да, а толку-то? Толку-то Гранд Мейдж, даже если она есть в пати, это деваха, которая может хилить. Она не может это делать бесконечно. Ей нужно магию восстанавливать. Сколько?
1300. Нормально. А я что, вторую атаку могу сделать? У меня же вроде одна была. Нет, правильно. Дропай. Самое время. 30 часов. Дроп. Раз. Етить. Мы до сих пор еще... Магию вещами устанавливать? Ну, да. То есть у тебя выбор, либо тебе лечиться предметами, либо тебе восстанавливать магию. То есть опять-таки все, здесь все равно у тебя больше не стадит. 32, все. В это все упирается. Плюс, ну, самое веселое здесь то, что вот в этой форме, в форме драгуна, я не могу ставить блок. Я не могу использовать предметы. Он тупо бьет просто. Он либо бьет, либо магию юзает. И все. Он, то есть, он превращается, он становится бесполезным. Если кого-то убьют, мне нужно кого-то вылечить. Воскресить. Он, все, он бесполезен. И вот это прям вообще рушит все. Нахер превращаться в дракуна, если он бесполезен, блядь. Они бьют, по сути, с таким же уроном. Что в форме дракуна, что, ну, блин, кроме розы. Роза может сильнее ударить. И то толк-то от этого. Она так бьет на 170, и будет она бить на 340 где-нибудь. Ну и все. И хули толку. Да, кстати. Я еще толком... Я и не пользовался даже ни разу этим персонажем. Я просто помню, что бесполезная хуйня. Возможно, там есть какая-нибудь магия воскрешения на последнем уровне, которую нужно прокачать, а как его прокачать, хер его знает. Как обычно. Впрочем, ничего нового. Не то, чтобы это прям плохо так. Я не знаю. Просто геморно немножко сделано. Сегодня в борде взяли кап левел. Чё? Я не понимаю. 69 уровень взяли. Максимальный левел. Ясно. Кошмар. Что тебе еще могу сказать? Кошмар. Так, ну что, сколько восстановит-то? Опять соточку. О, да, 200, блядь, забежишь. Вот это я так и буду бить. Чего, куда он делся? А вы заметили, что он перестал делать эту хуйню? То есть это какой-то рандом был, что ли, или что это было такое? Мана кончилась. Бля, я был бы счастлив, хоть если бы в одной JRPG у врагов мана кончалась, алё. О! О! Накаркал! Кто сегодня молодец, это наш Андрюша. Кто сегодня молодец, это наш Андрюша. Нахуй, гуф, следующая игра. Ф-
Финалка разве не заканчивается? Сомневаюсь. Шестнадцать хп. О, красненькая уже. 1003 осталось. А? Может меньше. Может в задницу этих драконов. Ну я хз. Мне выбор-то особо не дали. Я вошел в комнату, и бой начался. Ну, норм. Нам еще со всеми будем драться драконами или еще? Так, подожди. Не, ну просто мы видели тут скольких драконов-то. Мы видели Рембрандта. Вот этого видели. И какого-то там сверхмощного все. Еще кого-то видели? Я не уверен. Что мы видели кого-то еще? Ты еще жив, что ли? Нырянья! Убейте его. Готов. Нехило. А назад можно вернуться? Он говорит, с ним все хорошо, и он не попадет во власть Мейфила больше. Торопись, мы должны поймать отца Дарта. Это ты Дарту говоришь? Жене ослеплять просто. А где сохранение было? А сохранение было в другой локации, что ли? Ты, блядь, серьезно? Или где оно было? На входе оно было? Хуй твою. Все они что предлагают? Да вы ебанутые, что ли, или что? То есть здесь вообще никакого сохранения нет. Ебануться. Что? Что, ни сохранения, ничего. Да, блять, какой бой, блять! Я встал в него, ёб твою мать, нажал, а! Фу. Блюлька! И это еще что за говно? Что это за... Одиночка? Это машина из маски? У тебя сколько хп, алё? Алё, мутант, у тебя сколько хп? Какой ещё проклятый в пизду туман? Ты чё, блядь? Ты чё, угорел, что ли? Может, нахуй тебя? Проклятый туман. Чего, блядь? Нет, что-то очень геморно. Всех этих драконов бить. А что такое дамаг-то у тебя? 97? В смысле? Совсем что ли упоролось? 97 дамага.
Просто что-то очень подорвано. То есть мне сначала нужно попасть сюда, потом отсюда сесть на ската? Переместиться в какой-то город, полечиться и вернуться назад. Вот это весело. Вот это весело. Да-да-да. Сика. Сика, бы. Да, мне нужны крылья. Я просто чувствую, что дальше будет сложнее. А, вот. Так. Это? Наверное. Давайте только без вставьте диск вот это вот все. Финалка вообще читерная. Восьмая особенно. Прокачиваешься ты, прокачиваешься враг. Прокачивается враг. Это вообще топ. Не знаю, так практичнее, по-моему. Слетать, отдохнуть. Так, мне нужна только хилка, да? Да-да-да, качай себя, качаешь весь мир. Не, ну это тоже нормально. Аргумент, конечно. Ну вот только когда у тебя 300 хп, и ты приходишь к последнему боссу, это как-то не очень. Че? Ради этого мы мотались назад. Не надо лечиться-то. Не, ну мошна-то есть, конечно. Вечная мошна восьмой финалки. Вставляешь себе чуть-чуть хп у персонажа. И сидишь такой треугольник спамишь, пока не вылезет это. Сделать супер атаку. Такой ба-ба-ба-ба-ба-ба-бах. В курсе по приколу. С Рэйми нравится, какой прикол.